Шалом, друзья, с вами как всегда Майор, сегодня у нас будет видео касаемо Free Fire Max, отвечу на самые частые и на самые тупые вопросы, которые меня просто уже выбесили, ну а я больше не смею тянуть, прожимай лайкос, пиши комментос, а мы погнали видос. А перед началом расскажу про спонсора данного видео. Сейчас вы узнаете, как можно получить халявные алмазы для Free Fire. Устанавливайте на телефон это приложение, выполняйте элементарное задание и за это получайте промокоды, которые можно активировать в игре. В приложении есть подробная инструкция, как же активировать данные промокоды. А если вы хотите получить еще немного алмазов, используйте мой бонус-код по ссылке в описании под данным видеороликом. Первый, ребята, вопрос. И я на самом деле не знаю, чем вообще думают люди, которые как бы его задают, потому что ответ на данный вопрос, который я как бы сейчас озвучу, он в сети уже находится 1.5 года, как бы, камон. В общем-то, первый вопрос, можно ли будет поиграть во Free Fire Max на том же аккаунте, на котором ты сейчас играешь в обычный Free Fire? Да, можно, алло, можно, да, окей, можно, просто заходишь, скачиваешь Free Fire Max, и там логинишься через удобную для тебя соцсеть, ну, как бы, которая у тебя была и в обычном Free Fire, и заходишь в свой аккаунт. Ну, конечно, если у тебя там был гостевой аккаунт в обычном Free Fire, то тебе нужно будет его там к чему-то привязать, и уже через это вот что-то зайти в Free Fire Max, в этот аккаунт. Вот, в принципе-то, и все. И тут, в общем-то, касаемо вот данной халявы, далее вопросы идут. В общем-то, тут, во-первых, вступая в сообщество Max, написано, да, и получая награды. Тут нужно нам, получается, набить 3 миллиона скачиваний, ну, типа, при регистрации, да, и за это мы получим, ну, типа, полностью женский такой-то костюмчик. На самом деле, не полностью, тут вроде бы торса нету, а так вроде бы все есть, да? Ну, еще тут какая-то дощечка, ну, типа, дощечка полный кал. Типа, короче, когда выйдет Free Fire Max, на этом сайте будет просто кнопочка «Забрать», типа, когда мы набьем данное количество при регистрации, и, типа, они тебе просто придут либо же на почту, либо же сразу на склад. Вроде бы должны на склад прийти. Я вам так скажу, мы 100% набьем 3 миллиона, я в этом прям на 100% уверен. Гарена подкрутит, если набьем, прям 100% подкрутит, я в этом на 100% уверен. Ну а так, типа, даже если не набьем, то я вам так скажу, в течение месяца мы по-любому получим, как бы, данный женский сет на халяву, это, как бы, 100%. Потом пригласи друзей и получи награды. Тут в чем тема, приглашаешь на эту пререгистрацию 5 человек по твоей индивидуальной ссылочке, и за это получаешь оставшуюся часть этого женского наборчика. Короче, кидаешь свою ссылочку, по ней должны перейти 5 человек и оформить пререгистрацию. И все, так же, когда выйдет Free Fire Max, вот тут нажмешь просто кнопочку, и как бы получишь все больше денег, вопросов, как бы, от Гарены нету. А далее тут у нас идет очень такой интересный пункт. Эксклюзивные награды за попадание в топ-50. Тебе нужно стать топ-50 по приглашениям людей на пререгистрацию. Например, как видите, я сейчас на данный момент на первом месте, ну, среди данного топа. В общем-то, если вы будете находиться в данном топе топ-50, ну, когда как бы закончится уже данный рейтинг, когда уже выйдет Free Fire Max, вот если вы на тот момент, когда Free Fire Max выйдет, будет до сих пор находиться в топ-50, то вы получите данный мужской наборчик с эффектами, кстати, он у вас прямо сейчас на экране, и еще данный MP40. У меня, получается, данный MP40 уже есть, на самом деле, прикольный такой скинчик, но его сейчас как бы можно получить, так что, ну, не особо как бы, да, круто. Но сейчас, внимание, слушайте, я не знаю, уважаемые тиктокеры, потому что я уверен, как бы, ну, тиктокеры, как бы, тиктокеры, и вот, после того, как всем дадут этот сет, через месяц его как бы сольют, это Гарена официально заявила. Видите, тут написано, получается, игроки, которые войдут в топ-50, получат данный наборчик, и их можно будет использовать как минимум на месяц раньше всех других на сервере. То есть, это будет эксклюзив месяц, 100%. Дальше вам Гарена ничего не обещает, окей? Да, это не круто, я не спорю, как бы, реально, это не круто. Но Гарена вас не обманывает, это сразу четко написано, то, что это эксклюзив только на месяц. Возможно, что там больше, там 1.5 месяца, ну, как бы, я думаю, это максимум, да? Так что, уважаемые тиктокеры, не надо там потом говорить, блин, Гарена, пазю, там это самое, эксклюзив сливает. Вот я, как бы, получу данный сетик, буду в нем месяц катать и буду, как бы, кайфовать, а потом, как бы, до свидания. Ну, так, как бы, если что, он выйдет за донат. Ну, когда он выйдет для всех. Ну, и также, касаемо, в общем-то, регистрации вообще, как вы можете, как бы, подать заявочку. В общем, как вы дальше вообще будете действовать после того, как выйдет Free Fire Max? Во-первых, вы уже можете сделать пререгистрацию в Apple Market, и за это вы 100% при входе, уже при выходе Free Fire Max, получите такой лутбоксик, он также с эффектами. И также вы можете сделать пререгистрацию, ну, на сайте официальном Гареновском, ссылка на который будет в описании под данным видеороликом. Как бы делайте сразу две пререгистрации, в принципе, в этом ничего страшного нету. Вы просто получите сразу же все бонусы, то есть вы получите 100% там лутбоксик, ну и еще, если мы там что-то набьем в плане там количества регистраций, или там в плане того, сколько вы там человек позвали, вы как бы данную халяву тоже -то получите. Так что делайте сразу две пререгистрации. И в Google Play, и на сайте Гарены. Ну и далее, самый, как бы, такой частый вопрос, это, типа, когда выйдет Free Fire Max. В общем-то, ребят, до сих пор, на самом деле, прям такой 100% информации нету. Везде информация разная.
И я вам так скажу, виноваты не те, кто-то вам как бы данную информацию дает, а Гарена, потому что Гарена до сих пор что-то еще не определила, что она хочет. Есть информация, первая такая, то, что Free Fire Max выйдет уже 5 сентября. Реально есть такая информация, она как бы такая прям проверенная, но она как бы также не стопроцентная. И еще есть информация, то, что он выйдет 20 сентября. Потому что на другом регионе типа был такой счетчик, такой отчет, в нашем регионе почему-то такого не было, и вот тут типа был такой отчет, и тут типа указывается, что он закончится примерно там 20 сентября. И то есть, следовательно, примерно тогда уже должен выйти Free Fire Max. Но, ребята, данная информация, она тоже не стопроцентная, так что просто, пожалуйста, я не знаю, не насилуйте мозги ютуберам, не пишите, они вам ничего не ответят. Они это либо не знают, а даже если знают, они вам это не скажут. Просто подпишитесь на официальный паблик Гарены ВКонтакте, вот, freefire.ru, подпишитесь, и все, просто чекайте новости, и все, как бы, и все. От того, что вы узнаете там эту дату выхода, как бы ничего по факту не изменится. Просто подпишитесь, и все. Все, ссылка на данную группу ВКонтакте Гареновскую в описании под данным видеороликом.